Достаточно редкий велосипед с необычной кареткой. У нас здесь внешние чашки, такой здоровый подшипник под ось, как у BMX, и шатуны, как у BMX, идут. Каретка полностью мы ее вычистили, меняем, потому что вот эти подшипники, они уже все мертвые. Новые такие подшипники с чашками стоят порядка 3000 рублей. И сейчас буду я перебирать заднюю втулку. Возможно, барабан придется перебирать, потому что все очень грязное. Мини-барабан под одну звезду. Можно ее вправо-влево за счет проставок выставлять, чтобы чайнлайн ловить на раме. Очень много грязи. Сейчас все это вычищать. Самая обычная втулка на насыпных подшипниках. Такая последовательность установки. Пока неприятный момент, то что ось у нас кривая. Кривая она очень сильно. Прям дофига она кривая. Придется, наверное, искать другую. Ось кривая примерно 0,5 мм. Я сфотографировал. На видео не удается это заснять. Слишком фокус сбивается. Один конус уже точили на станке. То есть его шлифовали, переделывали. Состояние конуса, честно говоря, лучше новый поставить. Для сравнения, второй заводской конус не шлифованный. И к нам внезапно быстро приехала новая кареточка. Она немножечко отличается по форме. Но подшипник в ней точно такой же, как в старой. Старая была вот такая вот здоровая чашка. Сейчас будем подбирать еще длину, чтобы не чиркало перья. Подшипник точно такой же зелененький. Нет, светло-зелененький, здесь темно-зелененький. Но все крутится хорошо. И там ось смазочки помазана и проставочка поставлена. Завершаем работу с велосипедом. Заменили каретку, перебрали заднюю втулку с кривой осью и нашли вот такие замечательные натяжители. Классные, которые прямо сюда в дропауты встают. Единственное, что приходится вот это вот место чуть-чуть подтачивать, потому что здесь не помещается оно. Будет здорово. Сейчас соберу, покажу. Закончили велосипедик. Поставили усилители дропаутов. Все хорошо. Осталось только с тормозом разобраться. Слишком маленький зазор. И ротор чиркает чуть-чуть. Не знаю, что делать. Его не выправить. Видимо, так катались. Такой вот трюковой велик.